Этот автомат стал настоящей легендой. Точный, удобный, надежный и уважаемый каждым военным. Тираж более 70 миллионов единиц сделал его самым интернациональным оружием. Создателя великого АК Михаила Калашникова тоже не забывают. В этом году он, кстати, отметил бы столетие. В честь круглой даты в Симферопольской школе номер 26 открыли бюст конструктора. Мы еще и должны с вами быть достойными имени, которое носит школа, имени Михаила Тимофеевича Калашникова. Мы должны быть с вами достойны того великого труда, который он делал. И, естественно, очень хотелось бы, чтобы впоследствии наша с вами страна, Великая Россия, гордилась такими сынами, которые сегодня стоят перед нами. Честь хранить бюст Михаила Тимофеевича Калашникова досталась 26-й школе не просто так. Она носит имя великого конструктора. Дети прекрасно знают историю этого человека, а открытие нового памятника стало праздником для учеников. Желаю вам, чтобы вы всегда, через всю жизнь, с честью и достоинством пронесли имя этого великого человека, чтобы учились в школе имени этого человека и всегда знали и помнили, что каждый из вас может добиться всего в жизни. Пример великого конструктора может стать источником вдохновения для каждого, а его изваяние во дворе школы – напоминанием, что все возможно и нужно лишь приложить немного усилий. Никита Егоров, Евгений Стариков, служба новостей ИТВ.